Наверное, только ленивый не затронул этот оперный скандал, происшедший с мужем оперной дивы Анны Нетребко. Я подчеркну, с мужем оперной дивы. Дальше вы поймете, почему это важно. Итак, многие из вас уже слышали из средств массовой информации России, Германии, других стран о том, что муж Анны Нетребко, Юсиф Айвазов, отказался петь на одной сцене с армянкой. Певцы должны были принять участие в открытии знаменитого Дрезденского оперного бала, который собирает представителей политической, артистической и бизнес-элиты. Азербайджанец по национальности Юсиф Айвазов отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Монтащян. Прошу заметить, что это не сплетни, а сама информация появилась сначала даже не у самой Рузан Монтащян, которая только подтвердила, а в немецком авторитетном оперном издании. Автор Лоран Бюри. А отказался Айвазов, разумеется, по политическим мотивам. Невероятно, но факт. Айвазов отказался выступать с армянкой Рузан Монтащян по политическим причинам, пишет автор заметки Лоран Бюри. Айвазов, видимо, не ожидая столь огромного резонанса из-за происшедшего, ведь Айвазов муж Нетребко, певец решил отреагировать на сложившуюся ситуацию, сказал, что хоть и имеет свои политические взгляды, но никогда не связывал их со сценой. Он носит часы, видите ли, от армянской фирмы и пел на одной сцене с певцами-армянами, приводя пример с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном. Кто с кем пел на одной сцене – большой вопрос, учитывая, что Гулегина и Акопян сделали себя сами, благодаря своим талантам, тогда как Юсиф Айвазов – благодаря имени жены. Если обратить внимание на ту же прессу и внимательно вчитаться, то все как один представляют Айвазова не в качестве артиста, известного тенора, а в качестве мужа Нетребко. Кто-нибудь знал о существовании Айвазова до того, как он стал мужем? Сомневаюсь. Но именно Нетребко хороводит его за собой, пытаясь поднять имидж бесталанного мужа, выступая с ним в дуэте. Если Юсиф считает себя таким крутым артистом, как его жена, то пусть попробует сольник. И на этот сольник собрать зал без жены. И поймет, что в мире музыки он Нетребко, то есть невостребованный. И этот человек оставляет за собой наглость написать на своей странице следующее. Теперь хоть кто-то ее узнает. Причем в правописании по русскому языку Юсифу Айвазову не позавидовать. Естественно, теперь хоть кто-то ее узнает, он имеет в виду Монтащян. И я не удивлюсь, если в нашей стране Юсиф Айвазов получит много слов поддержки, просто потому, что в глазах его фанатов он безгрешен, ведь муж Анны Нетребко не может быть плохим человеком по определению. Неуважаемый Юсиф, как говорят многие эксперты, тебе нужно держаться за юбку жены очень крепко. Иначе, если произойдет развод, а такое в артистическом мире происходит часто, то ты вернешься туда же в ниоткуда, откуда и пришел. Учитывая твои посредственные вокальные данные, ты так и останешься до конца жизни не Юсифом Айвазовым, а мужем Анны Нетребко. Думаю, что в глубине души ты и так это все знаешь. И имя на подобном скандале хотел сделать никто иной, как ты сам. Это знают и во всех артистических кругах, с кем бы я ни говорил и ни обсуждал эту тему. Увы, если ты будешь делить сцену только с теми, у кого нет армянских корней, то сложно будет тебе. Назови мне хоть пару-тройку известных мировых классиков азербайджанцев по национальности. Именно мировых, а не в рамках Азербайджана. Вот среди армян это такие вокалисты и музыканты, как Лисициан, Арбелян, Хачатурян, Долуханова, Гаспарян, Гуар Гаспарян.
Вот имена с мировым именем. Также в оркестровой яме два важных музыкальных инструмента, изобретенные армянами, барабанные тарелки и аккордеон. Я учился в консерватории и не припомню на своей памяти студентов-азербайджанцев. Их либо вовсе нет, либо крайне мало. Зато армян полно. Кстати, и осетин тоже. Ну, знают армян больше. Но ничего не поделать тут. Поэтому мировая знаменитость Монсеррат Кабалье дважды побывала в Карабахе и даже записала клип незадолго до смерти. Тоже и Любовь Казарновская, не единожды бывавшая и бывающая тоже до сих пор в Карабахе. Другие артисты мировой сцены. А ты всего лишь муж нетрепка. Так что хочешь ты того или нет, но с армянами или с творчеством армян тем более тебе сталкиваться придется, пока ты муж, поющий за пределами Азербайджана. Это там ты, в Азербайджане, народный артист, потому как ты для Азербайджана штучный товар, а в других странах ты всего лишь муж Анны Нетребко и тоже певец. А старик Нетребко заигрался. Все же никто не учится на чужих ошибках. Звездная болезнь все равно бьет больнее всего по лбу вот таких мнимых звезд. Это мелочь, как ему кажется, но из подобных мелочей складываются или не складываются репутации. Да и браки, которые сегодня кажутся крепкими и нерушимыми, завтра могут быстро закончиться. И тогда репутация артистическая и человеческая понадобится еще больше, если от нее к тому моменту останется что-то кроме приставки «экс». По сути, армянам-то не привыкать с сумасбродством соседа. Это для других, возможно, в новинку, но армяне с подобным звериным поведением сталкиваются часто. Свежи в памяти армян, как азербайджанский спортсмен повесил над пьедесталом свою пятую точку во время исполнения гимна Армении. Или это пресловутая утка с рисом по-армянски, который подчивали пассажиров Боинга Москва-Баку, из-за чего азербайджанец поднял кипиш на борту. Или использование в Азербайджане детей против армян, записывая их угрозы и так далее и тому подобное. Каков президент страны, такова и политика. А какова политика, таков и народ. А народ, увы, не всегда мыслит трезво. Ясно, что организатор пошел на сделку с Эйвазовым не потому, что он Эйвазов, а потому, что он муж Нетребко. А на Нетребко пока можно и нужно зарабатывать. Впрочем, лучше, чем журналист-музыковед Вадим Журавлев, никто не расскажет об этом. Посему рекомендую перейти на блог Вадима Журавлева и послушать, что да как было. Ссылка сейчас перед вами, на экране. Сюжет называется «Старик Нетребко попал в историю». Или можете вбить в окне Ютуба эти слова и попадете на его блог. Ну, а я должен попрощаться с вами на время отпуска и вернусь к вам ровно через 3 недели. Если заскучаете, то заходите на страницу «Антитопор» в Фейсбуке. Там периодически буду о себе давать знать. До свидания.